Такое оперативное задержание вряд ли пригодится в жизни, но тренер уверен, собака должна быть готова ко всему, поэтому отрабатывают самые разные сценарии. Вот более жизненный – нападает хулиган. Это высший пилотаж. Такое зрелище быстро собирает местных зрителей. Ведь команде ФАС учат не каждого, а только тех, кто усвоил команду ко мне. Бельгийская овчарка Малинуа удивительна по своим качествам. Она как машина. Из дружелюбного пса моментально превращается в настоящего защитника. Причем даже намордник на умелом носу служит дополнительным оружием. Такую систему защиты используют в Европе. Собака не покусает, но надает тумаков намордникам. В роли хулигана и террориста тренер Алексей Вяткин. Он приехал в Тюмень, чтобы провести семинар по бесконфликтной дрессировке. Суть в том, чтобы заставить собаку слушаться, не прибегая к насилию. Мы построим условия таким образом, что она сама начинает показывать это поведение. Да? И когда она начинает показывать это поведение, мы ее подкрепляем, и у нее создается впечатление, что не мы ее учим, а она нас обманула, она сделала так, чтобы у папы выпал кусок сыра, допустим. В жизни многих учеников это не первые псы, но первые, кто так заглядывает в глаза и так старательно вышагивает. В тот момент, когда он начинает вот это делать, да, когда он в таком очень приподнятом настроении, это закрепляется, это поощряется, и он запоминает, что так мне нравится, и он старается это делать. Клипер готовится к международным испытаниям. На стадионе он и боец, и красавец, но в отличие от своих коллег-бельгийцев, в реальной жизни защищать хозяйку не станет. Лает исключительно из спортивного интереса и задержал только тренажерный рукав. Это занятие для самых маленьких. Они впервые вышли в свет. До этого тренировались дома. За все хорошее – поощрение, за плохое – ничего. Поэтому, не получив лакомства после неудачного первого барьера, второй уже берут без замечаний. У каждого пса свой мотиватор. У Памира – курица. Он в дрессировке делает первые шаги, не терпит криков и боли, замыкается в себе. Поэтому подошел только этот метод воспитания. Карьера овчарок ему в силу характера не грозит. Но успехи в послушании уже делает. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. СИПИНФОРМБЮРО.